Всем привет, друзья! С вами Андрей, и вы на моем канале. И сегодня у нас дендевская игра под названием Ninja Gaiden. Tecmo представляет в 89 году, еще вышла она, Ninja Gaiden. А где русский язык? Почему пуш старт? Ну ладно. И что произошло? Кому проиграл дуэль мой отец? За что он сражался? За это погиб? За все это мне так и не удалось узнать. Через день после того, как он исчез, в его комнате я нашел письмо, которое отец оставил для меня. Рю, сегодня я ухожу на дуэль. Если я не вернусь, возьми фамильный меч нашей семьи, меч Белого Дракона, найди по указанному здесь адресу моего друга, археолога Уолтера Смита. Он знает, что делать. А вот я не знаю. Я отомщу за своего отца. Вот она. Игра про месть. Ниндзя Гайден, пуш старт. Поехали. Акт первый. Так. Ага, только это. Понятно. Прыжок, удар. Так. Не надо меня тут это самое. Так. Вы меня, пожалуйста. А, во. Тут можно и так, и сяк, и наперекосяк. Так. Мне одному кажется, что это чуваки вот эти прыгающие странные. Так. Эй! Блин. Да я... Да... Выбейся. Что будешь делать? В смысле? Они без коней? Смотри-ка, можно встать в одну точку и постоянно их убивать. Какой-то кошмар. Понятно. Я еще и тупой. Ладно, нельзя тебе про себя так. Про себя только хороший. Так. Отлично. Эть. А что здесь у нас? О! Ну вот, как сказать, да, для чего вот это вот время мне дано было, я не знаю. Так, ну давай, ну... Понятно. А, время-то идет, кстати, тут время-то не бесконечное. Я что-то не пойму. Он когда садится, он вообще что так медленно бьет? О-о-о! Привет. Так. Ура! Можно было на эту прыгнуть? Так, кто они и почему преследуют меня? Шаги. Топ-топ-топ-топ. Кто здесь? Топ-топ-топ-топ. Так. Всего лишь девчонка, уходи. Ты пойдешь со мной? С какой стати? Нифига, одинак 2. Глянь, чё. Чёрт! Где я? Похоже, что они усыпили меня каким-то наркотиком.
Кто ты такая? Тише, не шуми ты так. Я должна попросить тебя кое-что сделать. Вот, возьми это и уходи. А, ну что это так? Ну что это такое? Каким? Нет времени объяснять, поторопись. Погоди, ну кто ты такая? И зачем я тебе нужен? Сюда кто-то идет. Скорее уходи. Ага, ура, мы выбрались. Так, так. А что это за летучие мыши еще? Застревание какая-то началось. Чё-то иду, все собираю. Так, подожди, это, наверное, надо наверх. Ура! А как залезать-то? Ладно, я что-то не... Не понял. Юмора. Так, ладно. Что ты взял? А, вот так. Угу. Ура! Так. Это самая птичка, подожди! Ну ладно, не хочешь, не надо. Так, вот это прыжки, конечно... А, уже все? Закончилось? То есть это как супер-оружие, супер-удар, что-то вообще... Ничего не понятно. Так, ведь... А, нет, ну, это здесь вот так... Нет, подожди. Я вообще что-то не то делаю, да? Так. А, понятно. Я понял. Да уж. Помогите! Меня эти прыгающие, бегающие по земле бесят. Ну, потому что я чаще всего их проигрываю. Да вот этот... А-а-а! Ладно. Так, мы куда-то вышли. Так, о, что за... Это кастывание началось. Блин. Со всех сторон на меня! Так, надо бежать. Короче, суть этой... Суть этой игры в том, чтобы... Кто это? Так, нет, вниз. Вот так, да? Окей. Угу. Так, ну что? Музыка тут такая динамичная. Ух ты! Это полностью восполняет жизни. Надо же. Так. Пар-пар-пар-пар-пар-пар-пар. Ох, повезло-то как. Со стенами, конечно, проблемы. Ювелирное попадание по мышке. И позорный промах по чуваку. Казалось бы. Ура! Ура! Интересно, как я его пытался убить. Таким образом. О! Эть! Ух ты! Так, босс? Помогите. Да ё-моё! Да блин, ты! По красоте прям, по красоте.
Кому в конце концов нужна эта статуя? И что это была за женщина? Все это очень странно, но сейчас главная задача — это найти друга моего отца, мистера Уолтера Смита. Ниндзя Гайден, акт третий. Кто ты? Вы должны быть Уолтер Смит. Меня зовут Рю Хаябуса. У тебя меч белого дракона. Ну, конечно, ты сын Кена Хаябуса. В своем последнем письме отец просил меня найти вас. Последнее письмо? Понятно, значит, это уже началось. Кен и я были на экспедиции в древний амазонский храм. Там мы нашли статую с каменной табличкой. На табличке была надпись. Погоди, это же та самая статуя, которую ты сейчас держишь в руках. Ее у нас украли. Эта статуя заключила в себе дух демона, который может убить все живое на планете. Когда демон придет на эту землю, он возьмет себе много человеческих жизней. Только воин Синоби сможет его остановить. Синоби рожден силой дракона. Она и помогает ему в битве с сущностью демона, разделенной на две половины. Но победа над демоном не означает его смерть, поэтому Синоби заключил всю силу демона в два артефакта. Статую света и статую тьмы, а тело демона он похоронил в руинах того самого храма. У тебя должно быть статуя тьмы, теперь надо... О, украли. Теперь ее надо у вас забрать. Чао. Что за... Догони его, Рю. Как так можно? Теперь статую украли. А, тут бабочки. Ой-ой. Помогите. Еще и птички пошли, да? Бой. То фонарики, то еще кто-то. Ай-яй-яй! Да блин. А что теперь это? А что происходит? Вам не кажется, что надо мной просто стали издеваться все со всех сторон? Еще эти птицы какие-то бешеные. Бешеные орлы! Окей. Так, а где я? Что это за снег? Мы на вершине горы? Тут холодно? Или что это? Иногда у меня заканчиваются слова, эмоции. Точнее, эмоции остаются, их очень много. Так, спокойненько. Эй, ну ладно. Ничего. Так. Я понял. С этими чуваками тактика. С птичками, конечно, это вообще. Вот это что такое? Это что такое? А что ты идешь и прыгаешь? О! Так, босс? Так, на-на-на-на-на. О, что ты еще стреляешь? А! Блин. Так, ну-ка.
Я тебя изничтожу. Надо же. Да. Ну, вот так вот. Он же супер оружие. Тайного секретного. После возвращения статуи у меня появилось плохое предчувствие. Я поспешил обратно. О, нет, только не говори, что друг отца. Доктор Смит! Рю, статуя света. У них. Они забрали ее у меня. Другая статуя ваша? Да. Твой отец и я хранили каждую статуэтку у себя. Эти две половины не должны... слиться воедино. Демон пытается воскреснуть. Каждые 700 лет. И сейчас он предпринимает новую попытку своего рождения. Но как мы можем его остановить? Нужно вернуть статую обратно. Другого выбора нет. Теперь ты должен стать воином в Синобе. Доктор Смит! Что опять? О! Пошли с нами. Пойдем вообще-то. Ниндзя Гайден, акт 4. Доктор, добро пожаловать. Рю Хаябуса, мы из СРУ. Отдел госбезопасности. Зовите меня просто Фостер. Тостер. Давайте сразу перейдем к делу. Я хочу узнать, почему вы убили доктора Смита? Мы не убивали его, но расскажем все, что нам известно. В глубоких стройках Амазонки был обнаружен древний храм. Он был построен более 2000 лет тому назад. Впервые его обнаружил доктор Уолтер Смит, и он изучал его на протяжении некоторого времени. Но затем он внезапно свернул свою деятельность. После него к этому храму никто не подходил. Но недавно в руинах храма был замечен человек. Его имя Гардио де Меликс. Однако он называет себя Жаква. Согласно нашим исследованиям, храм был построен специально для проведения погребальных обрядов. Не исключено, что в руинах лежит тело демона. Согласно легенде, дух демона заключен в двух статуях, одна из которых у вас. Доктор Смит тоже это знал и, возможно, поэтому был убит кем-то, кто работает на Жаква. Вот это поворот. Когда засияет черная луна, свет и тень станут едины, король тьмы воскреснет. Это были последние слова, написанные на каменной табличке. Вернув демона к жизни, можно овладеть большой силой, при помощи которой можно завоевать весь мир. Все это знали? Значит, женщина, которая стреляла в меня, была вашим агентом? Это так, но если вы все же согласитесь помочь нам вернуть эти статуи, мы экипируем вас и, конечно же, заплатим вам за работу. А если нет? А вы и сами знаете ответ.
Но, походу, он согласился. Нас экипировали и забросили куда-то. Паучки. Кошечки. Бабушка. Там птица чуть не появилась. Нафиг этих птиц. Не хочу с ними возиться. А ведь такой был опасный момент. Здорово вообще. Вот ради этого, да, я тут это так мучаюсь. Помогите. А чё ты встал? Да помогите же. Ой, ну, мне уже все никто не поможет, мне кажется. Побежали. Ой, как хорошо. А еще, еще выше. Ой, как замечательно. Ай-яй. Ой-ой-ой. Бешеный ты птица, честно. Мне тут уровень врагов этих. Что происходит? Древний храм возник передо мной. Я обескуражен величием данной постройки. Да? Наверное. О! Как удачно, а? Так, птички тоже нафиг идите. Не уничтожаются, да? А что у него с головой было? Если не секрет. А! Так, мост, хорошо. Да, помогите же! Слушайте, эти птицы какая-то хрень вообще. Нездоровая причем. Блин. Ух. Еле-еле спас. Вот еле-еле душа в теле, а. Да уйди по... А, ладно, прыгай там. Вот так вот. А что... А, ветер это вот что значит, а? Да ну её нафиг. Не хочу. Босс? А, нет. Так. Нет, это... Как я... Вот так? Нет, бесполезно, да? Ведь как-то надо на что-то нажать, да? Чтобы... Правильно делаю, нет? Нет, неправильно. Ребят, но... Без комментариев можно? А ты нормально себя чувствуешь? Почему спиной-то ты прыгаешь, шиноби? Ой, шиноби! А, ну правильно, шиноби! А почему он шиноби-то, если ниндзя гайден? Или это одно и то же? О, ты мне... До меня только что дошло. Это одно и то же. Ура! Теперь я умудрён опытом.
не надо залезать. Ты что ж ты залезаешь-то куда-то непонятно? Так, 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 так. Вот так. Три, две. О, е, успел. Так, босс. А, боссы. А. Да ё-моё. Е. О, с одним попроще. Помогите. Давай еще. Нет. Еще один удар, пожалуйста. О-е-е. Молодец, молодец. Молодец. Это ты прошел большой путь, чтобы принести статую, а теперь отдай ее мне. Нет. Ты хоть понимаешь, что говоришь? А что? Рю! Кто это вообще? Ты? Отпусти ее! Нет, не отдавай им статую! А теперь положи статую на землю, отойди от нее! Хорошая работа, вот так бы сразу. А, хорошая работа, вот так бы сразу. Прощай, Хаябуса. Нет. Забери девчонку, она будет принесена в жертву. Ха-ха-ха. Она моя. Сегодня произойдет то, что может произойти всего лишь раз в 700 лет. Весь мир теперь будет подчиняться только мне. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ниндзя Гайден, акт 5. И вот мы провалились в подземелье. Замечательное подземелье. Фиолетовое. Тут этим. А еще сколько у вас должно полететь? Уродские птички. Ой, мышки. Бэтмена на вас нет. Как вы мне надоели! Да уйди ты отсюда! И он еще цепляется за эти стены дебильные. Ой, как невозможно играть. Еще птицы эти. Да, иди ты. О. Так. Ну, прыгни, пожалуйста. Я не понимаю, почему. И он, я искренне не понимаю, что мешает ему иногда прыгать. Просто. Так. Мадам. Ты, между прочим, мадемуазель. Да иди ты нафиг. Так. Ну иди возьми. Сил на это просто не остается, честно.
Ну, будем считать, что мы прошли. Где мы? Что такое? Куда идти? И музыка странная заиграла. Нет, не надо цепляться. Это что? Да... Так. Так, идем. Нафиг птицу. Так. Так и вы. Ой-о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 й. О, отлично. Быстрее, мой дорогой. Нафиг это. Папа! Так. Птица. Окей. Замечательно вообще. Так, хорошо. Ну-ка. По красоте. Так. Угу, тут странные боксеры. Со своей типа прыжками. Ну, слезь, пожалуйста. Ай-яй! Нафиг тебя. Так. Ну, это еще. Это кто еще? Ты че, фея? О, ребята. Боюсь, что здесь у меня беда. Ты че? Так. Так. О, звездочка, наконец-то, хоть что-то одно. Так, спасибо. Угу. Ай-яй! Так, хорошо. Ой, тут и птицы полетели. Чудесно вообще. Боже. Да хватит, я вас умоляю! А почему у меня нет супероружия опять? Зачем? Нет! Пожалуйста, убегай отсюда. Ой. Быстрее. Нафиг. Ага. Этим мы разобрались. Хорошо. Ой. Можно сюда? О-о-о. Вместо огня красная звездочка. Ну ладно. О, мы на крыше. Я стражник Малф. Дальше тебе не пройти. Прочь с дороги, баран. Ты так же глуп, как и твой отец, хотя мечом он владел неплохо. Ты не знаешь моего отца. А ты знаешь моего отца? Да, а еще я знаю, что ты умрешь. Угу. Так, босс. Yes! Это был прям вот... Прям миллиметр. Ты убил моего отца! Убил? Я только сражался с ним, он все еще жив, но это ненадолго! В смысле? Ложь! Нет, я не лгу, если ты пойдешь дальше, то ты увидишь его. Да вы че в натуре?
Но это будет последнее, что ты увидишь. Как же так? Ниндзя Гайден, акт 6. О, прямо отсюда же начинаем, да? Так, до свидания. Ну, куда без птиц? Балета. До свидания. Босс? Нет, не босс. Так. Yes. Это есть? Есть. Так. Так, сюда. Вот когда он так цепляется, это самое страшное. Блин. Еле заметил на этом общем фоне. А как так? А как еще раз так? А еще раз так. Повторим? Ну-ка еще, что это? Так, здесь понятно. Фух. Так. О, есть. Так. Я что-то вообще, извините, но я вообще ни хрена не понимаю. В ваших колбасных обрезках. Так, я думаю, что это вот так надо сделать. Так и так. Точно. Так. Да, все в курсе. Так, до свидания. И... На! Ну, пусть будет огонь. Так.
О, е, ХП. Ура! Похвально, что ты прошел такой большой путь, Рю. Где ты? Покажи себя, трус! Сначала взгляни на это, тебе понравится. Особенно если учесть, что это твой отец. Что? Твоего отца не убили. Его превратили в одного из моих лучших воинов. Забавно будет посмотреть, как сын и отец будут сражаться насмерть. Проснись, отец! Бесполезно, он хочет лишь твоей смерти. Значит, Малф не соврал мне, но я не хочу его убивать. Что же делать? Я должен хорошенько подумать. Но глазами отца я вижу, что его разум что-то контролирует. Нужно разрушить контроль. Но откуда он исходит? Кристалл, это он! Йо-й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 о. Помогите. Опять на миллиметре прям. Отец! Где? Где я? Рю, сынок, это ты? Да, отец! Я обретаю силу. Это Жаква! Вы умрете оба! Берегись! Отец! Рю, ты должен его остановить скорее! Отец! Ты умрешь, Жаква! Босс?
Yes. Рю, слава богу, ты жива. Я победил его, отец. Теперь мы можем уйти отсюда. Погоди, Рю. Сначала мы должны забрать статую демона и вынести их с храма, пока у нас... Осталось еще немного времени. Черная луна начинает сиять. Рю, что это? Лунное затмение. Это должно быть оно. Так вот, это значит сияние черной луны. Только не это. Статуи! Быстрее, 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 еще. Мы убили демона, наконец-то! Вставай, отец! Что с тобой? Рю, я больше не протяну. Этот храм скоро разрушится. Возьми с собой эту женщину и уходи. Зачем ты такое говоришь, отец? Я не могу бросить тебя здесь! Я буду лишь обузой для вас. Вы можете не успеть. Моя жизнь окончена. Удачи тебе! Отец, очнись! Отец! Отец! И поглотила земля это построение. Рю. Я на связи, прием. Говорит Фостер, мы засекли взрыв храма с нашего спутника. Отличная работа. Теперь нужно убить Рю Хаябуса. Вот это поворот. Что? Убить Рю? А вы всегда так делаете? Сначала ты выполняешь работу, а потом тебя убивают, убирают, как лишнего свидетеля. Я найду тебя, Фостер. Хаябуса! Я получу два вида оплаты за свою... работу. Первый у меня уже есть. А второй — это ты, Фостер. Рю, подожди! А что это за первая награда, которую ты уже получил? Ну что это такое? А она стоит рядом со мной. Но я так и не узнал твое имя. Ирен.
Ирен Лью. Посмотри, Ирен, на восход солнца. Я давно не замечал его красоты. Тьма наконец-то отступила. Ниндзя Гайден, создателя. Спасибо за прекрасный перевод. Спасибо за просмотр. Спасибо за игру. Продолжение следует. Спасибо всем, кто посмотрел эту серию полностью. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, пишите свои комментарии. Все ссылки в описании. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч.